Окей, привет, я Гордон Фриман, а у вас есть доступ к моим мыслям на ближайшее время. Я нашел выход отсюда. Это платформа, она активируется, когда становишься на нее. Провел я тут достаточно долгое время. Черт. Опять вы, да? Мы находимся в мире Зен, Ксен, как угодно называете нас, в Черной Мезе. Постоянно идут споры о том, как же правильно называть этот мир. Если быть конкретным, то мы находимся... на заводе, на котором местные обитатели... производят своих... я назову их джиггернаутами. Именно их мы видели в бочках. Именно их, да. Так, подними меня наверх. А ты думал? Вот, вот в этих бочках. Возможно, одна из самых паршивых моих идей. Осталось две гранаты. А где же толстый дядька? Этот самый Джаггернаут, он где? На самом деле я же мог... я же мог... не рушить. Не рушить бочки и не открывать им доступ к себе. Отлично. Ну, не то чтобы полностью. Ты будешь делать? До свидания. Зря я поставил 4 бомбы. 4 мины, точнее. Сюда иди, тварь. О, черт. Thank you.
Да что ж ты будешь делать? От страха уже руки путаются. Отлично. Все хорошо. У меня опять есть гранаты. У меня есть патроны. Почти на все необходимое мне оружие. Только вот куда идти? Сюда, что ли? Ну ладно. Я больше не слышал голоса, который говорил мне, что убьет меня, что мне здесь не место, что убьет не только меня, но и все человечество. Его тут просто больше нету. О, черт, 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 черт! Вот это тебе повезло, дядя. Лети, скатертью дорога. Ну и где вы? Ну вот и ладненько, с вами справился. Так, похоже мне на эту сторону. Ты, я смотрю, самый смелый, да, дружище? Долго ты вылазил. Этот парень самый везучий. Здоровье, хорошо. Здоровье — это замечательно. Живительная вода, живительная энергия. Потрясающий мир, потрясающие возможности. Пожалуй, схожу еще раз. Заряжусь. Это что ли ты в меня стрелял? Ну и ладно. Попробую еще раз. Как-нибудь в следующий раз. Итак. Любой шаг, и я могу полететь просто-напросто вниз. Надо быть крайне аккуратным, как всегда. Привет. Возможно, кто-то из вас... хочет потягаться со мной. Я, пожалуй, буду уничтожать все эти бочки, которые встречаются мне на пути. Что, естественно, не обязательно. Но мне хочется. Меньше джаггернаутов сейчас, больше, меньше проблем потом, как мне кажется.
Конечно, возможно, я не прав. Ну и проверять я это не хочу. А, вон оно что, да? Можно подняться еще выше. Какого черта? Вот это страшный сон, бляха-муха. Как оказалось, не сон это вовсе. А я спущусь. А я спущусь, мне не сложно, наверное. Эй, есть тут кто? Я просто в шоке от структуры местного, местной архитектуры, точнее. Просто в шоке. Вниз я дальше не спущусь? Нет, спущусь. Как водится, не очень обязательно было. Но все же. Итак, ладно, спираль, аккуратней, Гордон, аккуратней. Ты помнишь, как здесь все устроено? Ты можешь упасть в любой момент, абсолютно в любой. Плюс не забывай про скользкие ботинки на костюме. Эту вещь еще долго придется будет дорабатывать. Крайне долго необходимо будет дорабатывать ее. С тобой хоть покончено. Семь болтов, это очень мало. Но выбор-то у меня какой? Можно перейти на дробь? Соответственно, кстати говоря, и выше я подняться не смогу, да?
Получается, что я сюда что, зря шел? Разве что за патронами имело смысл возвращаться. Точнее, приходить сюда. Так, а что с этой стороны? Господи, они как будто бы знали. Они как будто бы знали про минусы нашего костюма. Ладно, идите в баню. Всего лишь два болта. И что мне с ними делать, с этими двумя болтами? Слишком сильно напугался. Ну вот и отлично, Гордон. Теперь точно все. Патронов осталось ерунда. На моей стороне теперь только дроп и подствольный гранатомет на винтовке. И это тот самый портал. Последний. Я последний. Кто ты? Кто ты? Как тебя сломать? Это тоже портал. Мимо. Твою ты, ядрюшкин кошкин, ты кто такой-то вообще? Ладно. Ладно, допустим. А может быть... Может быть, мне надо сломать их? Тише, тише. Это вряд ли. Кажется, патроны просто стукаются об него. Но ничего больше не происходит. Здесь меньше силы притяжения. Гравитация абсолютно другая. Кто же кричит?
Давай, ну. 15 болтов. Откуда они у меня? Хорошо. Ей-богу, не знаю, откуда у меня эти болты. И откуда ты тут вообще? Как ты сюда дошел? Черт. Хорошо, хоть разбиться не могу. Падла, я ведь специально взял аптечки. В моем костюме. Прыгать тут туда-сюда, то еще удовольствие. Да что ты будешь делать, твою мать? Хорошо. Можно и так. И куда теперь? Еще выше. Не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, аккуратно, ладно? Оп! И как же мне... Как же мне теперь убивать тебя? Давай, 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 давай. Господи, а ты-то тут откуда вообще? Как? По показателям здоровья. Его уровень у меня очень маленький. Что, серьезно? Это что, правда? Как так? Не подскользнись, не упади. Просто держи равновесие, и ты долетишь. Отлично. Эй! Не-не-не-не-не-не-не.
ты же такой. Давай, 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 пожалуйста. Да! Воздух. Что ждет меня впереди еще? Какой-то невообразимый ужас, да? Эй, это опять ты. Все же мне кажется, что рушить надо вот эти штуки. Кажется, я прав. Он пытается загнать меня в портал опять. Пытаешься загнать меня в портал, падла? Да ну чтоб тебе. Бегом, 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 бегом. Чтобы он бросил портал. Отлично. Господи, боже мой. Я просто уничтожу эти кристаллы и все. Умри, тварь. Последний, ну. Ты прикинь. Положение критическое. Пациент при смерти. Ну что, дрянь, зарядиться ты больше не сможешь. Лови.
Может, в голову? Что же мне с тобой сделать, а? Серьезно, один патрон. Если честно, я просто хочу уничтожить тебя. Вот и все. Но я не знаю, как это сделать. Тяня. Давай, ладно, я согласен идти к тебе в портал. О, господи. Портал будешь открывать, нет? Вот так, иди сюда. Портал, открой мне портал. Бегом. Мне бы еще здоровье не помешало бы. Ну, наконец-то. Фух. Тише, подожди. Может быть, под водой еще что полезное есть, а? Конечно, есть. Патроны — это очень хорошо. Но мне бы здоровье. Давай.
Не-не-не-нет-нет-нет. Было бы неплохо допрыгнуть до туда. Отлично. Я бы сказал, даже замечательно. А теперь нужно вернуться как-то через тот портал. Я, естественно, воспользуюсь этой живительной водичкой. Она просто божественна. Откуда здесь ты? Откуда? Вот откуда? Так, есть время пока пополнить боезапас. Точнее, обоймы. И проверить, что у меня есть, что нету. Отличная вещь. Потрясающая вещь. Так, хорошо. Нет? Я что, серьезно не допрыгнул? И как же тогда? Неужели тебе больно, тварь? Что с тобой? Что с тобой? Что происходит? Что с ним? А чёрт? А чёрт? Что происходит? Надеюсь, тебе так же плохо, как и мне, тварь. Кто такой? Гордон Фриман Шевидон. Я взял на себя смелость разгрузить вас от оружия, тем более, что большинство его было собственностью правительства. Что же касается костюма, то я думаю, вы его заслужили. Ё-моё. Пограничный мир станет нашим благодаря вам. Вы там неплохо поработали. Я удивлю. Что происходит? Ты кто? Ты кто такой? Почему я тут, мистер Фриман? Я посоветовал вас моим работодателям, и они разрешили предложить вам работу. Они согласны, что у вас бесконечный потенциал. Вы доказали, что вы человек действия, поэтому я не думаю, что у вас будут долгие колебания, что делать. Войдите в портал, и я приму это за дар. Иначе... Ну, мне придется тогда предложить вам безвыигрышный вариант. Хуже, чем то, что вы перешли. Ты говоришь... Выбирать. Ты говоришь, либо да, либо нет, да? Что будет, если я откажусь? Выбирать. Мне будет плохо. Я не знаю тебя. Ты бесил меня все это время. Но сейчас я не вижу другого выхода. Черт! Эй! Я сказал да! Я говорил да! Я хотел...
Наблюдение завершено, объект отклонил предложение работы. А значит, вот что будет, если я откажусь, да? Я согласен. Пожалуй, у меня нет выбора. Считай, что я подписал контракт. Объект Фриман, статус нанят. Ожидает назначения. Half-Life. Можно сказать, я прошел собеседование. Ребята, спасибо большое за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Это было хорошее прохождение. Мне очень понравилась игра. Я очень жалею, что я не проходил ее раньше. В детстве я вообще не очень любил экшены и старался избегать их, если честно. Играл постоянно только в стратегии и чуть чаще в RPG. Периодически натыкался на экшен от третьего лица, типа там GTA, но это уже позже, да, немножко. До этого экшены были изометрические или типа Doom, Quake от первого лица, вот которые. И в них мне не очень нравилось играть. Я смотрел только на то, как друзья играют и прочие люди. Играл в Wolfenstein, в Медаль за отвагу, Call of Duty. Эти все игры, естественно, мне нравились, но из всех них я прошел только Call of Duty, Wolfenstein и Медаль за отвагу я не проходил. По-моему, Wolfenstein не прошел. Сейчас вот уже не вспомню, если честно, даже прошел или нет. Ну, по-моему, нет. Так что Half-Life 2 я подошел только, когда мне уже было много лет. Я уже вам рассказывал об этом в первой серии. Ну, а вот Half-Life 1 прошел только вот сейчас. Мне 25 лет, сейчас 2016 год. Я только сейчас прошел первый Half-Life. Это мое первое его прохождение. Спасибо большое, что были со мной на этот раз. И надеюсь, вы придете, когда я буду проходить Opposing Force и Blue Shift, и Half-Life 2, и эпизоды. И, возможно, когда-нибудь на нашем канале увидит свет и Half-Life 3, если мир узнает о том, что скончался Гейб Ньюэлл. Мне кажется, сразу же Valve объявит о том, что Half-Life 3 разрабатывается. Но это я так считаю, хотя это, конечно, злое предположение. В любом случае, спасибо большое за то, что находились со мной еще раз. Возможно, для того, чтобы понять больше деталей, мне придется пройти эту игру еще раз. Но если у нас все это дело с Half-Life хорошо зайдет, может быть, я поиграю в Black Mesa или в Half-Life на Source, может, и то, и то. Не знаю, посмотрим. Может быть, на стримах на Твиче, чтобы не засорять канал уже полноценно. В любом случае, я хочу теперь интересоваться. То есть, я хочу теперь познавать этот мир. И мне кажется, что то прохождение Half-Life 2, наверное, не впечатлило меня так, как могло быть, потому что я не проходил первую часть. А сейчас, пройдя первую часть и взявшись за вторую после нее, мне кажется, я многое что для себя открою, пойму, и это будет интересно. Ну что ж, увидимся в новых роликах, прохождениях и стримах. Всем хорошего настроения. Помните, сейчас все окей, а дальше круче. Пока, ребят.